Всем привет! Сегодня у нас очередная распаковочка китайского товара. Вот, это приехали бублики. Бублики, ну не те, которые есть, а те, которые для прически, делать прически. Вроде бы 1,8 они стоят. Ну вот, давайте посмотрим, что лежит внутри. Вот такой вот пакетик, он, ну там такое что-то плотное и мягкое лежит в нем. С какой стороны его лучше разрезать. Пакетики сложнее всего разрезать, чтобы не повредить то, что там. Да, там действительно бублики. Вот как они выглядят. Такие, да, три разные по размеру, три штучки. Поклеены еще каким-то скотчем они как. Сейчас я найду где-то этот скотч еще разрежу. Ссылочка на бублики я оставлю под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, пока!